7. Школьный год 15. Это пройденная страница нашей биографии. Чего только не было за те 11 лет, что мы провели в школе. Тысячи списанных заданий. Огромных листов из тетради. Сотнями сонных ночей. Нам так иногда хотелось провести ночь, как все нормальные люди. Подняв руками подушку, понюшив. Yeah.
одна из самых удивительных профессий на Земле. Вы со мной согласны? Конечно, согласны. Особенно сложна, трудна, но в то же время интересна работа классного руководителя. Кстати, видите вот то окно, которое светится, как солнышко? Так вот, запомните его, потому что там, стоя у окна, наши классные руководители всегда будут ждать нашего возвращения. Вы думаете быть просто многодетной мамой, когда на шее у тебя сидит огромный класс, наш муж, и каждый со своей проблемой, драмой бежит искать сочувствие у вас. Вы думаете просто женскими руками таскать тетрады килограмм и там штудировать их целыми ночами, выписывать оценки и прогулами? Вы думаете просто быть всегда красивой, встречать улыбкой милой каждый день? И мы уверены, что нежность, любви и силы вам хватит на такое же количество детей. Дорогие наши, любимые наши классные руководители, с вами мы прошли долгий путь простого ученичества. На этом пути было все. И жаркие речи, и трудные мысли вслух, и маленькие поражения, и большие победы. Вы обладаете великим даром будить и развивать в человеке человеческое. Благодарим школьную судьбу за то, что вы есть в нашей жизни. В себе сплели вы все цветы весны. Ее фиалки, розы, маргаритки, советы ваши, золотые слитки, как воздух были нам нужны. Вас есть земля и небо влюблены, а разлюбите напрасные попытки, когда природа будет в таком избытке, все, что к любви за ним наделены. На хороших ребят и плохих не делили мы нас в эти годы. Всех любили, и тех, и других, и отважных, и скромных, и гордых. Вы учили любить и прощать, и делили вас с нами невзгоды. И нам верилось, что никогда не закончится школьный год. Ира, что с тобой? Ничего не пойму. Наверное, соринка в глаз попала. Да ладно, не бойся проронить слезу. Даже королеве не возбраняется плакать, если это слезы признательности. Просто, милые наши классные руководители, сколько хотелось сказать вам, не потревожив гладь воды дыханием ветра, так хотелось бы посмотреть в ваши глаза и долго-долго не отводить взгляд, и в этот миг увидеть то, что произнести вы не в силу. Остается только петь.